Встречаемся. Вот это встреча, если ела гречу. Руслан, это вот шуточки твои. Эти шутки привели меня в твою постель. И увели из нее. Задержись, так много я хотел бы сказать. Руслан, да ладно, серьезно. Иметь возможность все поменять. Но ты спешишь, но ты спешишь. Руслан, в наших отношениях спешил только ты. Так, не на камеру, что-то все должны знать, что ли? Да, наверное, я был не готов. А ты был готов полностью. Посмотри, он еще и слова перепутал. Надо ему помочь. Я буду вспоминать, вспоминать нас. Я буду вспоминать, вспоминать нас. Тебя любит. Привет. Нужна помощь? А ты кто? Макс. Макс Пейн? Макс плюс 100-500? Ну так, мало ли, мистер Макс. Руслан, это Макс Барских. А, конечно, чего. Ну что, споем вместе? Задержись, так много я хотел бы сказать и быть с тобой, пока ты молчишь. Иметь возможность все поменять, но ты спешишь, да. Тогда, наверное, был не готов и ждал, кто первым сделает шаг. Я потерял нечаянно тебя. На этот раз я буду вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать. Вспомнила. Я ж молоко забыла купить. Я буду долго вспоминать, 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 вспоминать. Тебя любить и вспоминать, 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 вспоминать нас. Вот и все. У тебя теперь новая жизнь. В ней появляюсь я, но как друг. Я недосказан и заменим. И в этом суть, в этом суть, да. Внезапно исчез. Я думал, это лучше для нас. Это мой страх перемен. Последний раз я буду вспоминать, вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминать нас. Как это было, вспоминать, вспоминать нас. И нашу встречу в первый и в последний раз. Я буду долго вспоминать, 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 вспоминать нас. Тебя любить и вспоминать, 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 вспоминать нас. Вы тоже слышите эти звуки, коллега? Да. Говорят, что теперь в каждом салоне трамвая будет играть такая музыка. Как в маршрутке? Лучше. Я буду долго вспоминать, вспоминай нас. Тебя любить и вспоминать, вспоминай нас. Как это было, вспоминать, вспоминай нас. И нашу встречу в первый и в последний раз. Ну что, как вам? По-моему, круто получилось, чувак. Очень здорово вышло. Мне тоже понравилось. Пять. Идем? Да, пойдем. Вот это я, конечно, билет вытащил. Кстати, а где он?